Прекрасный вечный Кельталас. В последний раз я был здесь еще мальчишкой. Скучаешь по беззаботным временам? Весьма знакомое чувство. Королевство высших эльфов всегда поражало своим величием. Величие высших эльфов? Чувствую себя не в своей тарелке. Выбора нет, Мурадин. Давай просто покончим с этим. Приветствую вас, принц Артас. Рады видеть вас в Кельталасе. И вас, Джайна Праудмур. Весьма рада видеть тебя, Кель. Эй, я тоже тут вообще-то. Твои магические способности, несомненно, сильны. Однако, я не хотел бы, чтобы ты рисковала своей жизнью. Алло! Не хочу вас отвлекать, но давайте все-таки приступим к делу. Да, вы правы. О чем это мы? Ах да. Наши разведчики сообщили, что видели натрезимов в окрестностях Кельталаса. Им нужен наш солнечный колодец для проведения какого-то обряда. Мурадин, ты заступаешь на гражданское дежурство. Следи, чтобы мирным жителям ничего не угрожало. То есть ты меня просто игнорил, да? Принц, вы заступаете на защиту главных ворот, вместе с нашим лучшим следопытом. Давненько меня не сопровождал сам принц. Чего? У тебя довольно знакомое лицо. Мы раньше не встречались. Все может быть. Судьба эльфов предрешена с рождения. И если людям суждено встретиться, им не избежать своей участи. Поболтайте на месте. Ступайте уже. Джайна Праудмур остается на защите столицы. Ну и хрен с тобой! Мне тоже надоело поднимать глаза на твою высокомерную рожу. Каким образом ты оказалась тут? Я же говорил, что это опасно. На нас нападут в любой момент. Я не могла упустить возможности увидеться с тобой. Ваша антипортальная защита сводит меня с ума. Однако, мне пришлось убедить всех, что я расположена к принцу. Поэтому нам надо реже появляться у всех на виду вместе. Мне достаточно просто знать, что ты рядом, родная. Пошли во дворец, отпразднуем твое прибытие. Ладно, тут наши пути расходятся. Береги себя, парень, и не бери больше подозрительных предметов в руки. Ок. Не волнуйся, Мурадин. С Фростморном в руках мне ничего не грозит. Смотри, Сильвану своим Фростморном со скуки не проткни, если ты понимаешь, о чем я. Старый извращенец! Вы закончили. Можем идти дальше. Да, конечно. Прости за это. Прости за что? Мне это начинает нравиться. Все пошло немного не по сценарию, однако цели Повелителя Тьмы должны быть исполнены. Наши агенты уже вербуют новых союзников. Вторжение Легиона случится, несмотря на полный провал с твоей стороны, колдун. Ну и подонок.